Привет, ребят! Ну как вам праздник? Как вам день рождения War Thunder? Вы уже успели подарить подарки уриткам? Как вижу, успели. И я тоже успел подарки подарить, а вот праздником насладиться не получается. Суббота, выходной день, вечер. Зашел в игру, думаю, дай прокачу, порадуюсь, поразвлекаюсь. Все-таки день рождения War Thunder. Подарил подарок, как обычно. Ну, прям аккаунт. Зашел в бой, даже прокатил один, успел. А после боя, оп, и все, не работает. И вот уже 40 минут не получается поиграть. Хотя вот смотрите, какое-то присоединение к игровой сессии. Давайте понаблюдаем, что происходит, и порадуемся за Гайдзин. О, время ожидания сервера истекло. Да. Проблеме уже как минут 40, а проблемой никто не занимается. Но самое главное, что на форуме занимаются вытиранием тем, которые создают игроки. Игроки пытаются достучаться до разработчиков, создают темы, что игра не работает, сколько ж можно. Я понимаю, терпение игроков лопается, все-таки как-никак. Праздник, да? Праздник вроде бы, ребят. Но работают только модераторы. Вот смотрите, тему я создал, висят сервера, ну и хрен с ними, пусть висят. Тема провисела минут, наверное, 10, и ее удалили. На нее уже несколько ответов получили. Ну, как обычно. Гайдзин у нас как обычно. Так, ну, уже 65 тысяч, ребят. Было 100 с чем-то, 105, наверное, когда я сегодня заходил в игру. Теперь уже почти в два раза меньше. Вот, начинает увеличиваться, бои увеличиваются. Наверное, игра запустилась. Давайте посмотрим. Не запускается. Хороший праздник, да? С днем рождения, War Thunder. И спасибо за то, что вы нас продолжаете радовать.